Ну вот поперлись мы за грибами сегодня. Недалеко от Анапы. Грибы есть. Вот такими охапками растут опята. Есть старые, то есть осенние. Есть вот зимние молодые. Все, что хотите, есть. Были бы ноги, можно ходить, искать, собирать. Вот такие вот тут склоны дикие. Перепады. Просто метров на 100 перепад. Вот сегодняшние грибочки. Не знаю, как я понесу на гору всю эту кучу. Как-нибудь понесу. Смотрим пейзаж. Места не палим. Вот ребята тоже стоят на машине. Нагрузили мешочек грибов. В общем, без таких машин тут делать нефига. Пейзаж, конечно, вот такой. Это тут. Ну, дорога. Дорога там просто убитая.